Сегодня же Нурсултан Назарбаев встретился с главами компании Hyperloop One. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития цифровой экономики в Казахстане и обменялись мнениями о перспективах развития транспортно-логистических проектов на Евразийском континенте. Hyperloop One – сверхскоростной вакуумный поезд. Этот вид транспорта представляет собой трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1220 км в час перемещаются транспортные капсулы. Креативный директор проекта Колин Рис презентовал работу компании по новым технологиям в области транспорта и перевозок еще в июне этого года в Астане. Hyperloop One – это будущий пятый вид транспорта на Земле. Ожидается, что первый сверхскоростной поезд появится в Дубае в 2021 году.